Так, ну что, мои дорогие, всем здравствуйте. Я немного пропала, потому что я просто зарылась в работе. Сегодня даже отменила мотоцикл, чтобы записать вам этот ролик. Поговорим сегодня о новинках, о том, что я вчера потестировала. Специально вечером вот поехали вчера в торговый центр, чтобы я затестировала линейку, о которой буду сегодня говорить. Я напоминаю вам, что я провожу парфюмерные консультации. Я сейчас уже скоро буду делать вообще, наверное, парфюмерные личные выезды к человеку, потому что я поняла, что когда я провожу вот эти консультации, когда вот вы мне пишете, присылайте фотки, это все так для меня не то чтобы поверхностно, я это все проживаю, очень энергозатратно на самом деле, вот, но мне хочется лично пообщаться с человеком, показать ему все, что можно попробовать. Мне кажется, это супер. Конечно, это будет уже стоить других денег, но зато и подход такой VIP, личное общение, понимание, кто вы, что вы, да, чего вы хотите, это намного для меня, конечно, будет интереснее. Вот, обращайтесь, пожалуйста, консультации, личные выезды, личное шопинг сопровождение. С удовольствием уделю вам там час-два для того, чтобы подобрать вам идеальный аромат и не один. Вот, поэтому пишите в директ наши запрещенные соцсети. Пару слов о том, что вас ждет в ближайшем будущем. У меня будет обзор на самые топовые ароматы от Муаш и топовые ароматы от Экс Нихила. Это ближайший вот выпуск. И еще там парочку сюрпризов. Так, что я вам хотела сказать из последнего? Да, не люблю я пиздоболок, женщин, которые врут. Вы знаете, меня Бог как-то вот отводит от людей, которые со мной не искренни. Вот, я, вы знаете, в последнее время стараюсь вообще никого не осуждать, даже в мыслях. То есть, если у тебя что-то начинается, я ступорю, просто привожу внимание. Вообще, для меня это гиблое дело кого-то осуждать. Это очень сложно выработать такую привычку в себе, никого не осуждать. Просто останавливать себя и сказать: слушай, это не мое дело, до свидания. То же самое с людьми, которые вас не устраивают. Это вас они не устраивают. Если вас что-то не устраивает, вы можете об этом сказать. Если ничего не меняется, вы просто берете и уходите. Кого-то там за спиной поливать грязью и негодовать, какой ужасный человек, и мечтать, что он когда-то изменится. Нет, никогда такого не будет. И может и случиться, но лучше на это не надеяться. Вот. Я вот вообще такой человек доверчивый, я очень искренне открытая. Ну, вот многие тоже такие ха-ха-ха-ха. Потом вот мне говорят, что меня, оказывается, за спиной поливают грязью люди, которые мне улыбаются в глаза. Ну что ж, им до свидания. Никогда вообще с ними даже кофе не пойду пить. Вот. А сегодня я хотела бы с вами... Кстати, пишите в комментариях, вот было ли у вас такое, что вам вот глаза улыбались, а оказалось, что вас за спиной хаяли, поливали там ведром помоев. Я даже знаю случаи, когда люди дружили несколько лет, и там вторая подруга, обычно так женщины, кстати, делают. Я не знаю, почему вот у женщин у некоторых такая гнилая натура, что вот как будто действительно дружить не умеют. Мужчины, кстати... В мужском обществе ходят слухи, что женщины совершенно не умеют дружить. Обязательно какое-то срачево, не поделили мужика или еще что-то. Вот они действительно, многие мужчины считают, что женщины не умеют дружить. Вот. В общем, пишите ваши истории, как вас там кто за спиной поливал грязью, как вам в глаза улыбались, а вы об этом знали, либо не знали, либо потом узнали. Вот, а сегодня мы поговорим с вами про испанский бренд 2787. Бренд довольно-таки новый, первый аромат у них в 2016 году, если не ошибаюсь, вышел. Очень у них классные флаконы в виде куска цемента белого, да, один черный. У них там 7 ароматов, кстати, вчера... Вот этого Genetic Bliss, который самый популярный, его не было, к сожалению, я его не могла потестировать. И в связи со сложившейся ситуацией нету поставок, я вот вынуждена была как-то так вот потестировать его именно из флакона. Я вообще вам хочу сказать, что вы знаете, когда я делала обзоры на польский парфюм Экзума, многие там начали говорить: вот, польский парфюм, какой кошмар. Вы знаете, вот я понимаю, что вот 2787, у них многие ароматы... Ну, как вам сказать, ничего такого прям особенного. Но маркетинг решает многое. Флакон и маркетинг. То есть ты вот берешь в руку, и у тебя уже другое эмоциональное состояние. Да, вот этот кусок белого цемента, это стильно, это красиво, это интересно, естественно. Тебе кажется, что это какой-то невероятный аромат. Конечно, там есть очень много интересного, но вот так вот, чтобы сказать, что я прям с ума сошла от этого бренда, нет, такого не было. Я вам хочу сказать, что марка идеальна для лета, потому что она не прям какая-то
термоядерно стойкая. Этот выпуск получается про лето. Эта марка идеальна. Я говорю, летом, когда тебе жарко, когда ты устал, когда ты там приехал после пляжа, помылся, переоделся, тебе хочется обновиться. И вот эти вот сильно насыщенные ароматы, которые там целый день звучат, вот они, может быть, даже и не нужны. Ну, там, наверное, за исключением Ганимеда, да, который вам подходит, он действительно дорого звучит, а тогда я и утром, и вечером, и ночью. Пожалуйста, когда хочешь. Вот, поэтому мы начнем. Аромат Вандервогель – это аромат мятной воды, это аромат мятной свежести для мужчин и для женщин. Если вот вы хотите стакан ледяной воды с мятой, вот этот аромат про это. Очень классный, универсальный, пробивающий в нос. Для лета просто вот такая история. С Блоттера я прям слышала в какой-то момент прям мятную жвачку Орбит. Чтобы вы понимали, насколько сильная там консистенция мяты. Не буду я, значит, вам разбирать по нотам как-то досконально. Вы сами можете это посмотреть. Я рассказываю о своем впечатлении. Аромат Сонар. Очень здесь я слышала туберозу, жасмин. Прям вот сразу. Я его нанесла, кстати, на руку, не на Блоттер. Вандервогель, не могу запомнить. Вандервогель на одну, Сонар на другую. Так вот, значит, Сонар мне немного напомнил Орзу от Терензи, но он более тонкий. Там что-то есть, я думаю, что это все-таки туберозы, и там играет эту солирующую роль. Там в пирамиде есть пиво. Я честно вам скажу, пивка я там не слышу, но металлические ноты я слышу. На коже для меня солировала вначале тубероза и ваниль, а потом он запудрился и потом пошел в металлические ноты. То есть вот такое немножко ганимедовское, кстати, звучание, но женственное, пудровое металлическое звучание. Вот можете это представить? Вот это женский ганимед, я бы сказала так вот. Вот именно в конце. Интересно, интересно. Не знаю, как это будет на мужчине, наверное, тоже очень даже ничего, надо пробовать. Пиво там все-таки больше дает вот эту вот какую-то, знаете, когда вот вы стакан с пивом вдыхаете, вот там есть такое солодовое какое-то звучание, оно с металлом переплетается и больше вот как-то такой свежести дает. Но очень интересно, все-таки вот эти металлические ноты, они дают свой флер аромату. Аромат хамака, это пудровый аромат, ванильный, он с морскими нотами, то есть это будет все дышать. Бобы тонко, это афродизиак. Если вы видите кумарин, это вытяжка из бобов тонко. Если вы хотите кого-то взбудоражить, пожалуйста. Кстати, на первую ночь, если у вас был романтик, вот у вас первая ночь, вы можете надеть какой-то аромат с бобами тонко. Ваниль, бобы тонко, чтобы все чувственно было. Вот. Секси ванильная пудра. Да, вот смотрите здесь. Мятная свежесть, потом металл с ванилью. То есть вот такая вот интересная. То есть для тех, кто любит поинтересней, да, это вот Сонар. Второй аромат. Третий аромат, который я сейчас говорю, хамака, для тех, кто любит ванильную тонкую женственную пудру. Вот. В принципе, марка обо всех позаботилась, каждый для себя что-то здесь найдет. Ну, такой флакон, мне кажется, вы просто обязаны иметь, он белый, красивый, действительно. Но я себе хочу, потому что у меня была мечта всегда 100 белых флаконов с любимыми ароматами. Вообще в пирамиде вот этой хамаки вначале идут морские ноты, а потом ваниль. С бобами тонко. У меня все наоборот. У меня вначале солирует ваниль с бобами тонко, а потом все это уходит в морскую историю. Интересная такая дышащая ваниль. Есть альдегидная ваниль, есть морская ваниль. Пожалуйста, те, кто не любит приторные, кому нужно воздуха, свежести и какой-то водички, пожалуйста, вот сюда, хамака. Если я правильно произношу, аромат, который мне очень напомнил хадживат от Нишане. Я исправилась. Мне написали, значит, знатоки турецкого языка, хотя я, честно вам скажу, искала, как читается правильно хадживат. То хацеват, то хакиват. Никто не мог мне подсказать. И в словаре как-то что-то не нашла. И вот мне подписчица написала, что, пожалуйста, не говорите хацеват, а хадживат. Пожалуйста. Вот фланер. Это такой более мягкий, чем хадживат. Хадживат, если вы не несете, это вообще, честно вам скажу, я влюбилась в этот аромат, я считаю, что это must have для мужчины. Он еще, когда, знаете, вливается в кожу, то есть вот не первый, не второй, не третий раз, а вот где-то раз на четвертый, когда он усаживается индивидуально на вашу кожу, он просто какой-то крышесносный. Что самое классное, то что у него феноменальная стойкость. Вот вы помоетесь, вы там, не знаю, скупаетесь 500 раз, он до вечера будет на вас звучать, если не до завтрашнего дня. На одежде я вообще молчу, до стирки.
И это все, все пространство заполняется этим хадживатом. Настолько он классный, шлейфовый, но это все-таки духи, если я не ошибаюсь. Или фланер – это отличный свежак, который очень дорого звучит. Он с абсентом, то есть это поинтереснее. Первый аромат, который я сказала, вандервогель – это мятная вода. А аромат фланер – это уже с алкогольными интересными такими нотами. Эликсир «De Bombe». De Bombe, Bombe. Я не знаю, испанский тоже меня покинул, надо заняться. Попослепательные сладкие ароматы. Это аромат, несомненно, для вечера. То есть для, для вечера, лета. Зимой, пожалуйста, вы можете экспериментировать хоть в течение дня. Летом все-таки, ну, он придушит. Там и карамель, и малина. Малина вообще, если она есть в ароматах, она, ну, такая довольно-таки выразительная. Я прям вот с Блоттера слышала йогурт Активия с клубникой. Прям такой в 20-кратной консистенции. Ну, это малина. Малина с карамелью. Они там очень красиво, сладко солируют. Аромат этот требует ветра. Он секс. На вечер класс. Романтика, секс. Но не перебарщиваем. То есть он, ну, прям очень заявляющий о себе. Пожалуйста, видите, марка какая молодец. И сладкий, и водные ароматы, и классный свежак, и пудра. Вообще супер. Хэштег аромат. Пожалуйста, по сравнению со всеми, этот аромат я вообще не слышала с Блоттера. Он настолько тонкий, там нету синтетических молекул, но я вот прям почему-то, когда его тестировала, я подумала, что это молекулярный аромат, потому что он настолько тонко сидит. Это вот для тех, кто любит ароматы чистоты, ароматы, когда ты типа ничем не звучишь. Вот что-то с тебя вот, да, отдает людям, но никто не понимает, что это. Очень тоненько так раскрылся. Просто... вот просто аромат, чистый аромат. Вот, пожалуйста, хэштег. Альдегиды, лист фиалки, кедр и ирис, алибаном, мускус. Ну, короче, не знаю, я его говорю, почти не слышала. Видимо, там такой мускус, который не каждый нос может как-то уловить. Но это вот, пожалуйста, для тех, кто хочет чисто звучать. Видите, у вас чистый, мятный, свежак, сладкий, пудра и металлическая пудра. Бомба. Металлическая пудра для тех, кто любит необычные ароматы, типа фантомаса или еще какой-то вот этой лабуды, которая реально сносит крышу своей противоречивостью. Знаете, к Близ не было, я вам уже сказала, но, как мне сказала консультант в магазине, самый густой по звучанию аромат. Но оно как бы не удивительно. Там и ут, там и сандал, там и дерево. Древесный, наверное, будет очень-очень густой аромат. Не знаю, ну прям, наверное, на вечер. Не было его, к сожалению, не могу ничего вам про него сказать. Вот, знакомьтесь с маркой 2787, универсальная марка, потому что, я говорю, каждый для себя что-то там найдет. Пишите в комментариях ваши любимые ароматы, если они у вас есть. Вообще, Genetic Bliss был и есть, по-моему, прям хитом. Прям с ума от него сходят, разбирают как горячие пирожки. Пишите, жду в комментариях ваши любимые и нелюбимые ароматы этой марки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите, что хотите услышать в следующих выпусках. Ну а так это все. Кимоно у меня, смотрите, какое новое, красивое. Мне подарил мой парень. Вообще, мужчин, которые дарят подарки, Господи, храни их. Просто спасибо. Сразу себя чувствуешь настоящей женщиной. Все, всем пока. До скорых встреч.